эфире прогноз погоды в студии Таиса Краева. Спонсор прогноза погоды – кафе узбекской кухни «Тандырное». Вкусно, уютно, доступно. Вкусно, уютно, доступно. Кафе узбекской кухни «Тандырное» приглашает отведать сочные кебабы, аппетитные шашлыки, плов, самсу. Торговый центр «Малина», первый этаж. В среду, 4 октября, в Нижнем Тагиле ожидается пасмурная погода, ветер северного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем 0 плюс 2 градуса, ночью минус 1 плюс 1. Далее прогноз погоды на ближайшие дни. С вами была Таиса Краева. До встречи!